Доброе утро, друзья. Они глупые, наивные, думают, что я их не вижу. Погода вообще просто офигенная. Спалился. Я хотел за спиной спрятаться, а спалился. Бывает спалиться так. Это второй отель. Я не знаю, как он называется. Второй корпус, а может первый корпус, мы во втором. Второй отель? Да, и тут три отеля. Тут рядом. Угу, сюда можно ходить. Здесь тоже такой заход хороший. Мам, тебе не кажется, это тоже место? Бурки такая же. А, нет. Мам, попить там... зайдем, возьмем. Мам, там тоже было экстремально. Сегодня вообще, наверное, градусов 30. Конечно. Значит, твой так. Смотри, грибок. Где? Там. А, ну, ты можешь, кстати, здесь погулять, мам, да? Опять лягушка там. Ну, это у них какой-то, видимо, символ. Чего от меня лягушка везде? Жабы. Давай, давай. Ой, вам туда не зайти. Смотри, вот на ёлку. Угу. Мам, и смотри, ещё одно. Где выглядит здесь? Значит, классно. Бар прям в бассейне. Ага. А, с той стороны надо, да? Ну, здесь попроси. Как мы туда не залезем? И смотри, тут я могу достать. Не то, что там нужно было там, залезать. Там, да, высокая. Мам, тут-то меня заметят, да? Доброе утро. Не, мы уже были. А, мы уже были. Мам, а что там? Массаж. Мам, я пока что покупаюсь. Мам, а куда одежду складывать? Я хочу быстрее купаться. Ты здесь хочешь купаться? Мы так-то дальше собираемся идти. Мы просто через этот отель прошли, решили пройти. А, я думаю, тут уже будем купаться. Да. Мы тут будем купаться. Ну ладно, мам, пошли еще один, другой отель. Да-да-да, мы сейчас вот пойдем через ресепшн, выйдем. И получается, в другой отель зайдем. Ну что там, никого нет, что ли? Наверное, как мы подошли, сразу разбежались. Ну ладно, понятно. А? Час? 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 Мам, давай закажем этот коктейль. Неделю можно? И коктейль еще не делаю. Ага. Вот такими перебежками между отелями, да? Ну. А что за перебежки? Ну, вот так вот мы передвигаемся. А слушай, завтра можно здесь провести весь день, да? Ну, да. Вот получается наш отель. Эль Паласио. А здесь чуть-чуть другой. И коктейль один. И детский коктейль. Я что наделала? Нифига себе. Что там? Так резко оно мне как-то заморалось. Угу. Так, ну что, пойдем? Коктейль. Шли дальше. Коктейль. Есть, ну.
Да, 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 детский. Я игру пошли дальше, что ли? Пойдем дальше. Идем здесь. Видок, конечно, супер. Фон. Вчера очки потеряла. Скорее всего, оставила его где-то там в Тургаде. Наверное, в одном из магазинов. Так жалко, какие светленные очки. Ладно, хоть вот эти взяла запасные. Вовка. Морковка. Привет. Вот так вот. Я думала, здесь ресепшн. Пошли дальше. Здесь парк. Но. Ну что, в другую сеть пошли? Пошли, пошли. Что? Куда тут купить переглядывала? Это чавка любопытная. Живого, знаешь что? Тут кто-то в домике. Искал еду, наверное, там. А там, наверное, огнедушитель. Конечно, там огнедушитель. Огнедушитель? Душит огонь, что ли? А ты знаешь, что это свидетелилось? Че? Что, если будто я это... Во дворе делаю жидкую вот эту чашку. Самовыравнивающую. Она упустила его, говорит, что это дух. Прикинь. Вагон строительства. Такой Вова. Сегодня весь день подкалывает ходит. А то что и лобби. Доброе утро. Доброе утро. Финиш. Ты что ли? Милый. Так, мы правильно идем? Да. Мне кажется, мы много понимаете. Да, мы вот идем. Нет, нет. На рецепте двигаем. Там надо было налево повернуть, наверное. Потому что мы обратно выходим на бассейн. Чтобы выйти из отеля. Я ж говорю на бассейн. Ты чё? Так лобби-то там, да? Ты пошли сюда. Подождите, давай, туда. Поворот не туда. Нет. Номера так же, как у нас, видишь, светятся номера. Либо здесь, либо вот наверх надо подниматься, я не знаю.
О, мы здесь были, точно. Да. Где он? Офигеть. Тут, значит, вход в отель, да? А я думала, что за здание такое? Интересно. Где он опять? Иди его. Найди. Да. Бич. Там получается просто выход, а наверх выходишь. Там просто. Стяг придет. Ух, фига, солнышко печет. Вот здесь, в этом отеле, кстати, номера премиум. Стоимость там отличается, я смотрела на сайте. Ну, там, наверное, 10-20. Ну, здесь подешевле, да, мы взяли у нас премиум номера. Здесь премиум. Не, у нас премиум. Сразу выход на море у нас. А где ресепция? Она все уже осталась сзади. Что там? Ресепшн. Да? Угу. А что, мы его уже прошли? Да. И как мы выйдем? А, через этот проход выходим? Да, да. На новый отель. Скоро в туалет захочу. Зачем? Ладно, отключусь, как придем в аквапарк. Он, кстати, где-то вот здесь, наверное, уже слева. Слева так, будет. Кстати, где этот туалет? Да, пойдем. О, пойдем там. Вот там еще горки есть, вот про которые я говорила. А, да. Здесь народа меньше почему-то. Да? Да. Народа меньше почему-то. Пойдемте кататься. Пойдем туда, сходим еще. В туалет. Пошли в туалет. Пошли. Да. Ну, короче, вот мы так подумали, все ушли в туалет. Мы так подумали, где расположиться. Ну и я решил, что вот здесь. А? Там русский туалет. Какой? Русский туалет. Русский? Да. Почему так решил? Да он выглядит русский. А? Да он русский. Ну как ты понял-то? Ну обычно в русских туалетах там нажимаешь на кнопку, а в египетских туалетах это...
Как у египетских? Чтобы смыть унитаз, нужно вот так. Рычаг такой. А, рычаг. Это в номере у нас просто. Пойдем дальше, посмотрим, что там. А, ты везде так-то такие туалеты? Ага. Вова, возьми пакет, а. Вдруг еще уйдет. У нас вообще движуха, да, в отеле? Вообще. Я говорю, у нас премиум номера. Номера. Поедемте в номера. Вау, там вообще бомба. Офигеть. Нифига, я тоже здесь хочу. Давай с него начнем, да? Конечно, мама тоже ведь хочет. Но сразу же. Порешал такой. А вот сейчас и узнаем. Там наверху. Она рассказывала, что там было плохо. Но естественно пошла. А сейчас тут уже меньше улица, видите? Конечно. Давай, давай. Не, я за ними пойду. Если не будет, я за ними пойду. Это уже. А где реально бублики? Ну давай сейчас разденемся и определимся, да? Или что, вот эти два бублика на всех, что ли? Да нет, конечно, ты что? Отвечи меняются. А что, два бублика на всех, да, или как? Да, я вам сказал, два дня, да. И все? И все. Ты думаешь, что смогла желает? Я первый. Мало, да? Мам, можно я первый скачу? Можешь. Я тебя сниму, пожалуйста. Вы видите, до слова сейчас вместе. Мам, можно я только что окунусь? Давай, окунись. Тапочки только сними. Очередь, да, на бублики у вас? Да.